Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет вновь озаряет ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем катать в Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите ништяки и делайте громче. Будет жарко, поехали! Как вы видите, я уже прихоборил себе новое ведришко. Ну как новое? Я, по-моему, рассказывал в конфе, что проебался немножко с сохраненками, в итоге отснял 4 серии с большущим секретом. И получилось так, что мне пришлось восстанавливать сохранение и переснимать. Ну и получилось так, что при восстановлении я выбил машину всю. То есть это тачка китайца. Когда-то была. Потому что в рот не ебал все эти меню и тому подобное. Напомню, нам осталось откатать гонки на Тезе. Кольцо не хочу. Хотя не хочу. Даже кольцо будет достаточно быстрое. А еще я люто хочу жрать. Ну, так, для справочки. О, блядь. Просто пигаривайся, гибрище. Так, один ушел. Или нет? Где-то рядом казнь. Так, будет. Мерчим, мерчим, мерчим. Блин, еще же лук бросает по всей дороге, ебучий каблук. Ну, куда полез Скотт? Хотя, с другой стороны, блядь, у нас все равно два круга, поэтому ебись оно всю коню. Тук-тук. Мало того, что это говно не рулится, его еще и носит по всей дороге. Но зато оно едет. И едет очень неплохо. Тут я думаю, почему китаец перетормаживал в бойне. Постоянно. Разрыв вроде сократили. Перчим дальше. Да, блядь. Так. Да, что ж такое-то? Реально, блядь. Аэродинамика как у ежа какого-нибудь. Ни хуя не хочется. Вот все еще спрашиваете, почему я, блядь, не люблю гольф? Гольф быстрый, гольф то, гольф это, блядь. Я не спорю, что он быстрый. Ну видите, как он, сука, едет. И вот пидорасит по всей трассе. Поэтому я люблю тачки, ну, не то чтобы с силуэтом летающей тарелки, вроде Audi TT или Mitsubishi Eclipse, но именно те, которые прилипают к дороге.
На них не приходится изъебываться и выебываться. Чтобы хотя бы банально оставить машину на трассе и никуда при этом особо не ебаться. Ну вот, блядь. Все объехали, я поймал. Сука, что-то у меня что-то сейчас начинает горать. А, я же вам говорил, что игра специально накидывает машину аккуратно твою траекторию. Я имею в виду трафик, конечно. Что, затащим, не затащим? Не, хуй. Габелла, пацан. Я вообще еду как пизда. Давайте заново. Я пизду это кольцо. Внимание. Да мне похуй, кому там внимание. Спринтовать так спринтовать, хотя бы будет понятно, как рассчитывать силы. Импреза, Эклипс, Эва и я, блядь, на этом ёбаном суперкаблуке. Как обычно, в самом ответственном месте, сука, трава. Ну куда ты нахуй вылез, чтобы оттормозиться? Пидор, что ли? Хочешь, чтобы я тебя в жопу целовал? Бля, я иду. Ну вот еще, блядь, его распидорасил. Нет, блядь, сейчас добиваем 14-го и пизду все. Я избавлюсь от этого говна, нахуй я кобальт на него сменил. Надо было сделать наоборот, по сути. Хотя того тоже, блядь, кидает, как китайский тапок. Хотя бы с аэродинамикой не такая беда. Осталось веселее, сука, видно. Интересно, кто-нибудь считал, сколько раз я обкладываю хуями действительно в каждом отдельно взятом выпуске? Реально, если взять, посчитать все мои маты хотя бы за одну серию, получится, блядь, не слабо должно быть. Давай ты, блядь, хуйня на тонких ножках. Азю. Чё, блядь? Съели щенки? Вот же нахуй. Главное, что опять ебучий тапок не распидорасила, сука, накарка. Ну вот, блядь, 20% до конца, я треть. Какого хуя, спрашивается? Второй. Блять, можно даже будет попробовать втащить. Не, ребятки. Аромат габеллы чувствую я. Сука, ненавижу спринты, за то, что они по обыкновению длинные. Нет, спать захотел. Хотя вроде встал в 11 утра. Какого хуя не пойму. Бам. Вот опять тут пидормот вылез.
Блин, почему его так раскладывает по дороге, я не пойму. Нахуй горит. Попробуем вот так. Посмотрим, будет ли это разбрасывать. Блять, надо придрачиваться заново к машине. Не очень-то я этого хочу. Это честно, я вроде-то не так уже пидорасит. Только чуть-чуть не пуля меня смущает, почему она пытается, как бы так сказать, задержать траекторию, как будто руль не возвращается. Приходится ловить по дороге из-за этого. Получается, что становится только хуже. Как получается, не расслабленная каточка, а лютое напряжение. Вот она. Вот она, нахую намотана! Ай, блядь, как у меня горит. Я ненавижу Volkswagen Golf. Я хуй знает, что с этим делать. Теперь вместо гонок у нас ебля с тончайшей, сука, настройкой. Что у нас по деньгам-то ходит? 17 тысяч на это даже стоковое ведро не взять. Сейчас попробую снизить пуля. Так. Ну что, давайте закатим. Посмотрим как раз таки в боевых условиях, как теперь настройка себя поведет. Я потому что хуй знает, что происходит. Ёпс. Видите, все равно жопу выносит, и его приходится подлавливать в конце поворота. Он почему-то не хочет идти прямо, и возврат руля такой очень как... Ну, вы поняли, в общем. Какие-то глюки с возвратом руля, я не понимаю реально, в чем дело. А нет, я еще могу повоевать. Только судя по тому, что я вижу на радаре, чуть нихуя я никого не догоняю, а очень даже наоборот.
Че за хуйня, блять, что это за ведро? Вроде боль, в принципе, неплохая тачка. По крайней мере, по меркам этой игры. Но какого хера? То ли лыжи не едут, то ли лыжи не едут. А может просто я ебанат, что его взял. Хотел уже посмотреть, блядь. Что такого в этом гольфе, что его так все расхваливают? Это ж, блядь, ведро без задач. Да тот же Lexus, у Теза в разы лучше будет. Ездит действительно бодро, тут скрывать не стану. Но, блядь, все портит дерьмовое управление. С другими машинами такого не было. Не, я, конечно, бывало, что покидывал его по трассе, но вот такой вот хуйни я что-то не припомню. И нас осталось трое. Так. Блядь, вот эти вот перекладки в гольфу даются как раз таки проще, чем обычные повороты. Я не знаю, в чем дело, но так оно походу и есть. Потому что на перекладках гольф раскрывается во всей красе. Там за хуйня ездишь, что я ее догнать никак не могу. Так, у меня снова полный бак азота. Блять, я даже в очках не вижу, что это за ведро. Так весело меня надирает. Блять! Только голливудских трюков мне, блять, и не хватало. Ну, блядь, ну, с другой стороны, это было реально красиво, а? Ёбаный лакриматор, блядь, 230. 140, 130, 120, 150. Все, наверное, расчистили. Ебаться даже не во что. Ну, из тех, что разрушаемые, фу, блядь, чуть-чуть нахуй. По метру, давай, блядь. Есть, я наконец-то тормозился, это был Cadillac CTS. Я наконец-то, сука, разглядел, что это было за ведрище. Главное, теперь на том же месте не делал финт ушами, как в тот раз. Давай, блядь! Ёбаный насрал! Вот это потяра!
Я-то урод наоборот. Секундомер, успокоюсь. Реально, я такого пота на этом гульке не ожидал. Я просто не ожидал, что будет настолько своенравен. Не, я не спорю, в хороших руках он будет реально крутым оружием, но, блядь. Для гольфа хорошие руки. Это то, что для всего остального, я не знаю, будет ультра-супер-мастер какой-нибудь. Потому что это пиздец, а не машина. Ой, блядь, я ее не могу спокойно вести. Ее выбрасывают куда попало. Второй чекпоинт, у меня очень хороший гандикап на случай придется. Так, не, фору у меня реально пиздатная. Уже тут гоночку мы, блядь, должны пройти с первого раза. Потому что не знаю, почему такая вереница фейлов. С другой стороны, я чувствую, мы будем трахаться с боссом. Чётенько, 26,84 запаса. Да знаю я и без тебя, блядь, еще две гонки затаскивать. Не, я даже не знаю, что делать. Наверное, поскольку хронометраж уже подзатягивается, давайте, наверное, оставим их на следующую серию. Ну а пока... Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, творите прочую непотребную хуйню. Ну а пока, пока.